29 декабря в лагере юнармеец началась настоящая зимняя смена, поэтому самое время проверить, как лагерь и его юные жители готовятся встречать Новый год. Лагерь функционирует круглогодично. Основной наплыв отдыхающих, конечно, летом, но и в зимние каникулы он готов принимать ребят. В течение 12 дней, как раз на время школьных каникул, в юнармейце отдохнут 142 человека. Дети из Щелковского района, а также из Москвы. Алексей Валов приехал в лагерь с проверкой 31 декабря. Первым делом зашел на кухню. Новогоднее меню ставки 100, без детей оно будет накрыто в 22:30. То есть вы в 24 часа дети все уже спать будут? Нет. Детей отбой в час ночи сегодня. Эта зимняя смена в лагере называется «Сказочный переполох». Понятно почему. Ее неотъемлемой составляющей является новогодняя ночь со своими чудесами. А новогодняя ночь готовится концерт для них, потом праздничный стол. Все это будет накрываться в клубе, в нашем зале после концерта. Дед Мороз вручает обязательно подарки. Подарки проверены Роспотребнадзором, все соответствует. После как будем запускать салют. Лагерь понемногу строится и развивается. Территория большая. Уже появилась беседка для детей. Задумали построить спортивный комплекс. Алексей Валов пообещал организовать еще и контактный зоопарк с домашними животными. Заботясь о них, дети будут учиться добру и любви. Молодцы, да, вот порадовали меня не своим развитием, то, что много делают для детей, то, что у них достаточно на высоком уровне организована служба. Я имею в виду и воспитатели, и пионервожатые на месте, и директор на месте, и Новый год как бы организован. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».